хочет убить у нас премьер. Путин едет сюда сейчас. Зачем, 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 зачем? Что же хочет убить у нас премьер? Работаю спокойно, тут мне кто-то звонит. Мол, Путин по Рублевке перекресток летит. Ого, вот это да, я сразу же туда. Путин едет сюда сейчас. Зачем, 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 зачем? Путин едет, неужто за едой? Что же хочет убить у нас премьер? Премьер, премьер, премьер. Неужели проголодался он? Вот Путин в магазине мимо полок пошел, мимо колбасы и свинины прошел. И что? Очень интересно мне, что же, что же, что же, что сказал премьер? Дорого сказал и ушел, хорошо, что до икры не дошел. Не снижай цен, прошу тебя, но мой, но мой, но мой, но мой. Не снижай цен, больше не снижай. Не снижай цен, прошу тебя, но мой, но мой, но мой, но мой. Не снижай цен, больше не. Кто-то молча злился, кто-то громко кричал, но на лицах улыбок я в ту ночь не встречал. Хасис мне звонил, хорошо, что не убил. That's right, не снижай цен, прошу тебя, но мой, но мой, но мой, но мой. Не снижай цен, больше не снижай. Не снижай цен, прошу тебя, но мой, но мой, но мой, но мой. Не снижай цен, больше не снижай. Все думают, что сильно облажался я, но нет, не просто так здесь все, друзья. Кое-что я премьеру сказал, я цены конкурентов назвал. Ты красавчик, но цены не снижай. Но-мо-но-мо-но-мо. Не снижай цен, больше не снижай. Ко мне пристали, но я же премьеру обещал. Все снизим, замените ценники. Свинина нас покупает. Ой, yes. Да, Владимир Владимирович, я люблю вас. Да, приезжайте еще.